замена подшипников у велосипеда и их смазка. Теперь протираем каждый шарик от старой смазки, а потом вставляем его на место. Вот у этого велосипеда нет ободка у подшипников, тут просто шарики россыпи лежат. Мы обнаружили, что здесь одного шарика не хватает. Сейчас мы найдем подходящий. Два. Ее чуть-чуть смазать ось. Ну что там, она не трется в этих местах. Только если резьбу. Чтобы снять звездочки, нужны следующие инструменты. Гаечный ключ на 24 или по своему размеру. 24, правильно. Труба. И вот такой. Это специальный ключ, чтобы его... Мы его вставляем. Гаечный ключ берем. Гаечный это уже ключ Давид на 24. Берет. Ну, ты его неправильно ставим. Но вот гаечным, так, да, вот так вот. Но гаечным ключом откручивать будет очень трудно. Поэтому нужна труба. А ты держи колесо. Давай. Главное, чтобы Саша крепко держал. А ты вставал всем весом. Так, не, еще раз. Если не получилось, не унывайся. Давид, вставай на ноги, вставай. Так, конечно, не открутишь. А ты, Саша, крепко прям садись на него. Вот, пошла, родная. Теперь можно так вот ключом. Эй, я. Вот, как вы видите. Мы раскрутили. В этой части колеса мы тоже протираем. Вот эту шайбу тщательно протираем, потом мы ее смажем. Также нужно протереть подшипники и место, которое он показывает, Александр Скачко. Но нужно не утерять ни один подшипник, это важно. Даже если у нас есть запасные. Обязательно храните смесь далеко от маленьких детей, потому что она похожа по цвету на мед. Вот видите, но у нас не хватает шариков. Мы берем запасные. Да, которые мы сняли от старинных великов, старых очень великов. У меня еще два. У меня один. Сюда два влезет. Сюда все. Только можно даже рукой. Так, теперь берем. Теперь берем специальный ключ. И затягиваем так. Посильнее так затягиваем. Затягиваем посильнее. Угу. Чтобы не раскрутилось потом на ходу. И у нас ключ на 24. Ну, как сможешь, закрути. Мы теперь оставляем ось. Вот так вот, хорошо. Я... Теперь с этой нас стороны. Мы теперь будем закручивать болтик. Теперь берем первый вот этот. Мы закручиваем первый вот этот болтик. Сначала проверим, все ли подшипники у нас на месте. Закручиваем гайку. Да, закручиваем эту гайку. Как мы закрутим, мы начнем закручивать вторую. Потом мы будем вставлять колесо. Если гайка не крутится, или закрутились еще на кольца, нужен ключ на 15. Теперь также работаем с передним. Что мы делаем? Теперь мы откручиваем левую гайку. Мы хотим его также смазать, потому что оно уже все заржавело. Так, поддалась, да? Мы раскручиваем гайки. Так, хватит. Паузу. Мы уже сняли шарики. И сейчас мы смазываем. Но сначала мы подшипники вытираем.